Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Китаец отличился», меня зовут Руслан. Время уже позднее, я сегодня на работе. Такое включение, буду с рук снимать, штатив не взял и камеру не взял, на телефон снимать буду. Так что картинка может маленько отличаться, плыть. Тут фокус, я вижу, уходит куда-то. Вопрос такого характера. Попал ноутбук на установку Windows. HP-шка у нас, моделька. В описании видели. Ну вот моделька. Короче, надо разобрать. Я выкрутил все болты, все винты, фокус вернись, все винты, он не открывается, ладно, хрен с ним, догадался. Вот здесь под этими заглушками находятся еще винты, то есть поднимаем, там еще винты, они с четырех сторон открываем. А почему начал открывать вообще? Так, вот, извиняюсь, побольше ракурс возьмем. Начал открывать, потому что винда не ставится. Скорее всего, помер жесткий диск. Сейчас у меня вот стоит, вот жесткий он не определяется. Я его уже изъял. Короче, болты выкручиваем. Обязательно вытащили аккумулятор, вытащили зарядку в первую очередь. И дальше, как обычно, открываем. То есть поддеваем, там у нас ничего такого особливого нету. Упало все. Открываем, поддеваем. Что у нас внутри вообще? Вот интересная конструкция. Имеем мы одну планку оперативы фирмы ADATA. Хотя слота под оперативку у нас два. Также имеем распаянный процессор. Здесь у нас i3 Core стоит. Маркировку, честно говоря, не помню. Но у них там по модели одна маркировка, другой нету. И имеем батарейку QMOS, которая стоит здесь 2032. То есть необычная, маленькая на ноутбуках. Там даже, ну, такая таблеточка на проводе. Тут просто 2032 засунули. Это, честно говоря, блин, ну, интересно. Также мы имеем здесь нераспаянный видеочип. Видим, да, под него питаки. И видим мы место под распайку памяти для видеочипа. Но видеочип сюда не распаяли. Насколько я знаю, ноутбуки довольно-таки недешевые вот этой серии. И я уже не думаю, что, блин, так трудно было распаять видеочип за такие деньги. Следовательно, у нас видео питается от процессора. То есть подъедается оперативная память, которая здесь одна плашка, 4 гигабайта. Не две, одна. Дальше, что мы тут имеем внутри? У нас имеется место вот это, вот видите, свободное место. Имеются свободные коннектора. Два штуки, то есть у нас один интерфейсный, вот этот, а один у нас питание, вот этот. Имеются два коннектора, имеется место, имеется в корпусе вот такая отливка, то есть вполне можно было установить сюда сидюк. Место под сидюк имеется, но сидюка здесь нету. Хорошо. Что мешало дальше установить сюда SSD-шник? Хотя бы обычный SATA-овский на 2,5 дюйма. Нет, у нас тут стоит обычный терабайтник ВД-шный, который у нас по ходу дела решил двинуть кони. Вот, я не знаю, дату вот я, честно говоря, не вижу. Блин, дата, интересно, была бы дата. Ноутбук не старый, вообще ноутбук не старый. Ноутбук у нас такой современный. Но, увы, терабайтная ВД-шка по ходу дела приказала долго жить. Ну, ВД-шку-то мы восстановим, в принципе, не проблема. Факт в том, что вот такое вот безлаберное отношение к покупателям, потребителям от фирмы HP. И, а вот тут маркировка должна быть, я думаю, давайте посмотрим. Фокус, приди в себя, пожалуйста. Здесь 9 месяц 17 года, то есть ноутбуку на данный момент, сейчас, напоминаю, 20 год, у нас 9 месяц, у нас 9 месяц 17 года, то есть ноутбуку 3 года. Вот за 3 года жесткий диск ВД, синяя, голубая, кому как удобно, вышла из строя. Извиняюсь за такой вот ракурс, что на руках снимаю. Не взял штатив, вообще не думал, что что-то буду записывать, неохота было ничего делать, ну как-то вот так. Товарищи, не забываем подписаться на канал, поставить лайк этому видео, промотивировать меня для снятия новых видео, мне осталось там совсем немного набрать времени просмотра для монетизации, попрошу вас помочь мне в этом, и до новых встреч, с вами был Руслан, пока-пока.